Hello, hello! С вами Юля и рубрика «Английский с пеленок». Как у ребенка уложить спать? Вопрос волнует большинство уставших родителей, которые сами хотят спать. Сегодня мы расскажем и покажем вам наши любимые колыбельные, а также я поделюсь опытом укладывания малыша. Я не эксперт по сну, поэтому вы можете посмотреть видео, а сделать обязательно по-своему. До рождения малыша у меня в голове была такая идеальная картинка. Ребеночек лежит в кроватке, мама читает ему не спеша сказочку, он складывает ручки, закрывает глазки и спит. Nice. Но на самом деле, если у вас еще пока нет детей, то хочу вам сказать, что детки не бегут в кровать с радостными криками «Ура! Наконец-то спать!» Да, их это только родители так могут делать, наверное. Иногда 7 потов сойдет, прежде чем уложишь малыша. Ну, ближе к году стало, конечно, уже полегче, и время укладывания у нас значительно сократилось, и сейчас оно минут 10, наверное, 15. Для того, чтобы ребенку настроиться на сон, нужны определенные ритуалы. Например, задергиваем шторы, одеваем пижамку, сделали легкий массаж, поглаживание, спели колыбельную. У каждого родителя они могут быть свои, но главное, что эти действия, они помогают ребенку успокоиться, настроиться на сон, да, потому что малыши до года, они очень сильно перевозбуждаются, им нужно время, чтобы чуть-чуть притормозить и успокоиться. Немножко попозже частью нашего сонного ритуала будет обязательно прочтение сказок и стихов, но сейчас они настолько отвлекают. Для нас сейчас работает лучше всего мамина колыбельная. Даже если вы поете не очень, как я, фальшивите, строчки постоянно путаете. Это вообще совершенно не важно. Главное, ничто не успокаивает ребенка, как голос мамы. Колыбельную я отбирала по принципу простоты мотива, чтобы легко было запомнить мелодию и ее повторить. И также, чтобы легко было запомнить слова, потому что нет времени и сил какие-то учить очень-очень такие длинные тексты. И я думаю, чем проще, тем лучше малышу какие-то уловить звуки и слова. Обычно у нас более темно в комнате, но чтобы вы нас лучше видели, мы шторы задвинем немножечко позже. Первые 5-10 минут ребенок пытается перевернуться, встать, машет ручками, помочь ему успокоиться. Как раз колыбельная помогает это делать, а также легкие поглаживания. Затем он уже начинает засыпать самостоятельно. Первая песенка называется Twinkle, twinkle, little star. На Super Simple Songs есть сокращенный вариант, только первый куплет, но я пою полностью. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Я полный текст учила как раз, когда Тоша спал. And mommy has got some time. А вторая песенка называется Hush Little Baby. Она легко запоминающаяся благодаря рифмующимся словам. Hush Little Baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if this mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. And if this diamond ring turns brass, Mama's gonna buy you a looking glass. And if this looking glass gets broke, Mama's gonna buy you a billy goat. Еще одна песенка, третья, называется Rock-a-bye Baby. Это классическая nursery rhyme, немножко странная, как все они. When the bow breaks, the cradle will fall. Ну, это такой очень успокаивающий мотивчик. Когда у нас болят зубки, то я беру Тошу на руки, сначала успокаиваю его на руках, а затем кладу колыбельку. Rock-a-bye Baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. Down will come baby, cradle and all. Иногда укладываемся спать на улице, например, на балконе, тогда мама может спокойно себе поработать, или когда мы гуляем в лесу, и, например, приехали кому-то в гости, а нам пора спать. Give a tether to mommy.
Yeah. На колыбельной, которую мы вам споем. Let's lie. Let's lie down. Называется Lavender is Green. Она не только на Siri Rhyme, но еще саундтрек к фильму «Золушка», который современный. Очень мелодичная, спокойная. Lavender is green, dilly-dilly, lavender is blue. When you are king, dilly-dilly, I shall be queen. Who told you so, dilly-dilly, who told you so? T'was my own heart, dilly-dilly, who told you so? Тоша уже спит, а мы будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующий раз. See you later, alligator. Bye-bye-bye, butterfly. Пока-пока!